Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересной силиконовой приманке от компании Yaman. Моделька у нас называется Battery Tail. Данная силиконовая приманка имеет длину 5 дюймов, что соответствует 12,7 сантиметров. Расцветка в данном случае 26-я, Violet Chartreuse. Поставляется в упаковке в количестве 3 штук. Данные силиконовые приманки в упаковочке у нас находятся пластиковым корыце, контейнером, можно так сказать. Сама силиконовая приманка выглядит таким вот образом. Основная часть тела данной силиконовой приманки округлая, довольно-таки не толстая. По периметру данного тела располагаются такие вот объемные ребра, причем эти ребра расположены как бы больше в вертикальной части, то есть на брюшке и на спинке приманки. Они имеют самые большие такие площади выступающие. Сбоку приманка смотрится таким вот образом. Сзади у нас, соответственно, имеется твистерный хвостик. На хвостике у нас имеется такой отлив в виде названия бренда Yaman, либо Yaman. Данная силиконовая приманка за счет такого изготовления тонкого тела и объемных ребер сохраняет отличную эластичность. Приманочка очень живая. В данной расцветке приманка имеет больше такой провоцирующий окрас. Ярко-желто-кислотная одна сторона приманочки и другая такая ближе к фиолетовому с вкраплениями красных и светлых блесточек. Данные силиконовые приманки отлично подойдут для оснащения вкупе с поводковыми различными оснастками. Оснащать тут можно длинным одинарным крючком, офсетным крючком, либо джиголовка жестко впаянным в нее крючком. Данные силиконовые приманки, повторюсь, подойдут отлично для поводковых оснасток, для классического исполнения с джиговой джиголовкой. Можно применять не только джиговыми проводками эпилогическими в толще воды, но также можно применять и равномерные проводочки. Отлично приманка подойдет для ловли щуки и судака, а также в прилове может попадаться крупный окунь. Данные силиконовые приманочки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.